За 30 лет истории Приднестровье испытало немало трудностей. Но именно сейчас, как никогда, республика идет вперед. Развивается и социальная сфера, и туристическая, экономическая. А главное, в дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией. Меня зовут Александр Пахмутов. И в этом году мне с моим коллективом посчастливилось побывать в вашей республике на дне города вашей столицы. И этот грандиозный, яркий концерт на центральной площади в парке Екатерининском произвел незабываемое впечатление. Хлебосольная, гостеприимная, радушная республика. На протяжении очень многих лет, практически с самого образования республики, я с огромным удовольствием приезжаю к вам с концертами, участвую в культурных мероприятиях, чтобы сказать, как вас любит и поддерживает Россия. Мы вместе преодолеем все трудности. Мы очень переживаем за ваше будущее. Уважаемые, дорогие, любимые мои приднестровцы, я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. И сейчас о главном. 12 декабря в Приднестровской Молдавской Республике состоятся выборы президента. И это очень важное событие. Голос каждого из вас очень важен. Необходимо показать высокую явку на этих выборах, чтобы доказать и показать всему миру вашу солидарность и уверенность в будущем страны. Поэтому 12 декабря я вас призываю прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. Тем самым проявить свою патриотическую и гражданскую активность. Может быть, это не случайное совпадение, что 12 декабря мой день рождения. Я хочу вас в этот день призвать прийти на избирательные участки, потому что это важный политический, человеческий выбор, событие, которое принесет для республики статусность, определенность и важность. И знаете, что Россия, россияне переживают за вашу республику, за вас, жителей Приднестровья. И всегда с вами поддерживаем вас и будем вместе с вами в будущих событиях, в будущих начинаниях и свершениях. Голосуйте, делайте свой выбор, создавайте свое будущее. Приходите всей семьей на эти выборы, как на праздник, потому что это наше будущее. Я верю, что ваша гражданская активность и участие в этих выборах продолжит славную страницу мирного и стабильного Приднестровья. Счастья тебе и новых побед, Приднестровье! Процветания вам, здоровья, счастья, мое родное Приднестровье! Всем удачи! До свидания! До новых встреч в Приднестровской Молдавской Республике!